Это было в старинные времена. Люди тогда зеркалов не знали. Вот поехал один мужик в город и купил себе зеркальце карманы. А от людей же натаил. Вот однажды пришел мужик со двора, зеркальце в сундук кинул. А жена подприметила, в сундук сплавала, зеркальце нашла, разглядывает. Пустяковина какая-то, блестит. Морда бабья. Баба написана. Чья же баба? Это мой полный подруг всем в городе нашел. Портрет ейный домой привез. Не постыдился-то, а? Тут у баби слезы и крику. Все соседки сбежались. Хозяйка сидит, ревет. Ну, голубушки, посмотрите-ка. Мой-то подлый подруг все в городе нашел. Личность ей на портрет переписал. В кармане у сердца носит. Бабы с рот зеркалов не видали, не слыхали. Одна возьмет, другая возьмет. Ну-ка, ну-ка, дайте посмотреть, что за полюбовница-то у соседа. Старуха зеркальце взяла. Беда! Какой обезьян-то полюбил? Она морщевата, у нее рот ямкой и зубов нету. Другая зеркальце взяла. Как зубов нету? Зубы у ней как у лошади. А губы-то губы! Хоть студень вари. Другая зеркальце взяла. Личность у нее полненькая. Решетом не покрыть. Глазки заплыты, носик пуговкой, ротик копилочкой. В этой толпе мужик нашелся и говорит. Ну-ка, бабы, дайте посмотреть, что за полюбовница у соседа. Господи, помилуй, у ней брат.